Жители муниципалитета, которые находятся в поиске работы, могут обратиться на новую горячую телефонную линию за помощью в трудоустройстве. Для этого необходимо набрать 122, далее кнопку 6 и кнопку 1. Оператор подберет для соискателя возможные вакансии с учетом профессии и желаемой зарплаты. Операторы используют российские сервисы HeadHunter, Работа в России и SuperJob.